Друзья, большой вам привет! И у меня к вам сразу же вопрос. Как думаете, какое сейчас время года? Наверняка первое, что приходит в голову, зима. Но ничего подобного. Сегодня 14 мая 2020 года. Я нахожусь в Мурманской области. И в Инстаграме мои товарищи, особенно из Севастополя, интересуются, а кто же эти люди, которые живут в таких погодных условиях? Сегодня мы попытаемся в этом разобраться. Я покажу тебе, как изменилось мое отношение к жизни на севере за последние 8 лет, с того момента, как я сам отсюда уехал. И сегодня мы с вами разберемся, какое будущее у Мурманской области и кто все-таки прав. Губернатор Андрей Чибис с его знаменитым хэштегом «На севере жить», который заполонил все социальные сети, или всем известный забор, на котором написано, кто последний будет уезжать из Мурманска, выключите свет в аэропорту. Я родился и вырос в самом центре Кольского полуострова, в небольшом селе, которое называется Лавозеро. Еду на север, плацкартный вагон, малая родина, любимый Лавозерский район. И всю жизнь, когда я приезжаю в другие города, встречаю людей, которые никогда не были на севере, мне доставляет огромное удовольствие видеть удивленные глаза слушателей, когда я им рассказываю о нашей природе. Полярная ночь. 40 дней, когда ты мечтаешь о том, чтобы увидеть солнце. Полярный день, который, кстати, недавно начался. Это когда 2 месяца солнце не заходит за горизонт, и поэтому ночью так же светло, как и днем, и можно легко перепутать время суток. Поразительное северное сияние, за которым тысячи китайцев каждый год приезжают в Мурманскую область. Плюс к этому бескрайние тундры с девственной природой, где бегают живые олени и медведи. Северный ледовитый океан, край земли, дальше люди уже не живут. Горы, реки, тысячи озер и, конечно же, зима, которая длится 8 месяцев в году. Потрясающая природа имеет и обратную сторону. Это суровые климатические условия для жизни. Здесь очень холодно. Даже летом здесь на самом деле часто бывает дубак, когда у вас в июле, например, 4 градуса. Климат – это одна из причин, почему многие люди переезжают. Только вдумайтесь в эти цифры. За последние 30 лет с развала Советского Союза Мурманская область уменьшилась в населении на 450 тысяч человек. То есть уехал каждый третий житель региона. И для того, чтобы разобраться в ситуации, я предлагаю нам окунуться в историю. Тогда будет понятно, откуда вообще люди появились на севере, почему они сюда переезжали и почему сейчас происходит то, что происходит. Развитие севера я решил разделить на 4 части. Часть первая. Откуда появились люди? Всего 100 лет назад на территории всей современной Мурманской области проживало меньше 15 тысяч человек. Это была огромная незаселенная территория, и в основном кто здесь жил? Это были коренные народы севера. Это люди, которые занимаются оленеводством, рыболовством и производством меха. Переехать могли две категории. Первая – это военные. Они здесь были, но их было очень мало, буквально несколько сотен. И вторая категория – это люди, которые также занимались народным хозяйством, традиционным своим промыслом. И, кстати, одним из первых переселенцев в Мурманскую область был мой прапрапрадедушка. В конце 19 века он со своими стадами оленей, со своей семьей переехал из сегодняшней республики Коми, потому что там у них олени начали умирать, там какие-то болезни у них появились. И царь им сказал: ребята, можно взять пастбище в Мурманской области. Но это были единственные люди, которые могли сюда переселиться. Больше здесь делать было нечего. Второй этап – активное развитие севера. В 1916 году появляется город Романов на Мурмане, современный Мурманск. Это последний город, основанный при Российской империи. И для чего вообще нужно было его строить? А здесь все просто. Россия тогда участвовала в Первой мировой войне, и союзникам нужно было доставлять для нас медикаменты, оружие, продовольствие. Но Балтийское и Черное море были блокированы кораблями врагов, поэтому единственный выход – это вести все через север, либо на Дальний Восток. Поэтому в срочном порядке начинают развивать Мурманский порт и строят железную дорогу до Петербурга. И тут приходит советская эпоха. В 20-х годах известный академик Ферсман находит на Кольском полуострове всю таблицу Менделеева. А в Советском Союзе тогда проходила индустриализация, нужно было огромное количество металлов и других ископаемых. Поэтому север начинает активно развиваться. Строят предприятия, строят комбинаты, строят заводы. А рядом с ними, на этих местах, появляются новые города. Такие как Мончегорск, Апатиты, Кировск, Оленегорск. У нас на глазах
Городище родится! Жизнь в регионе начинает бурлить. Люди съезжаются со всей страны. К началу Великой Отечественной войны в Мурманской области проживало уже около 200 тысяч человек. Гитлер строил серьезные планы по захвату Кольского Заполярья, ему нужны были эти огромные ресурсы, но захватить Кольский полуостров не получилось. Единственное, что немцы сделали, они стерли с лица земли Мурманск. Есть даже такая статистика, если брать по количеству бомб, которые были сброшены на квадратный километр, Мурманск занимает второе место после Сталинграда. А с учетом того, что тогда Мурманск был деревянным городом, его уничтожили под ноль. По сути дела, мы вернулись с вами к тому, что начиналось еще при Романовых. Тут появляется одна большая проблема. А людей-то сюда как завлечь? Тебе же нужны врачи, учителя, тебе нужны рабочие квалифицированные, чтобы они здесь оставались, чтобы у них семьи здесь были. И поэтому Советский Союз придумывает, по-моему, гениальную вещь, которая называется полярки. Готовясь к этому видео, я даже придумал собственное определение, что такое полярки. Это повышенная оплата труда за экстремальные условия жизни. То есть вы едете жить на север, где крайне холодно, и вам бы хотелось жить на юге, но вам говорят: друзья, мы будем платить вам в несколько раз больше денег. Вы такой: о, прикольно, а почему бы и не переехать? Еще одним фактором в развитии региона, помимо добычи полезных ископаемых, становится развитие Северного морского флота. Появляются военные города, появляются атомные подводные лодки, которые расположены в Мурманской области. Я не буду называть, как они, где находятся, что мало ли это видео кто-нибудь посмотрит. На сегодняшний день это самый сильный флот в России. Конечно, сюда вкладывали огромные деньги. Плюс к этому растет нагрузка на Мурманский порт, увеличивается количество товаров, и город тоже начинает развиваться. Поскольку я уже начал рассказывать про свою семью, помните моего прапрапрадедушку, который в конце 19 века переселился сюда со своими стадами оленей. Это по маминой линии, так мои предки оказались здесь. А по папиной линии моя бабушка переехала через 100 лет после него, уже в Советском Союзе, в начале 80-х. И переехала она на заработки. Ну, помимо заработков, она переехала еще и потому, что влюбилась. Ну, любовь, сами знаете, дело такое. Можно не только в Мурманскую область переехать, достаточно вспомнить жен декабристов. Все. Теперь я могу ехать к мужу. Вчера я общался с бабушкой и решил у нее уточнить по поводу зарплат. Она говорит: Олег, в Москве я получала 130-140 рублей. Я так понял, что это была средняя зарплата по всему Советскому Союзу. А когда переезжаешь на север, тебе дают вот эти полярки не сразу же, а через каждые полгода какой-то там процент повышается. В общем, она через некоторое время начала получать 400 рублей. Вы только вдумайтесь, в Москве ты получаешь 140 рублей. В селе на севере 400, это почти в 3 раза больше. И у меня к вам вопрос, вы бы поехали за зарплатой в 3 раза больше? Вот если взять, например, среднюю по России, сколько там, 30-35 тысяч рублей, вот, например, если вы 30 получаете, вы бы за 100 переехали в Мурманскую область жить? Или если вы получаете 50 тысяч где-нибудь в Екатеринбурге, в Севастополе, в Питере, там, в Пензе, вы бы за 150 переехали в Мурманск? Плюс к этому возьмите огромный северный отпуск и северные пенсии, на которую вы рано выходите, и она еще и больше, чем у остальных. Прям напишите в комментариях, вы бы поехали? И тут мы проверим, насколько деньги решают. Потому что люди говорят: деньги ничего не значат, ничего не значат. Мне кажется, что очень многие люди сказали бы: да, я поехал. Я про себя думал, если бы мне предложили на севере в 3 раза больше, чем я где-то зарабатываю, я бы переехал, потому что я люблю север, во-первых, но мы к этому еще вернемся, а во-вторых, это хорошие деньги. И, конечно, мы с вами понимаем, что благодаря этим мерам север рос стремительно, и население Мурманской области в 1989 году составляло уже практически 1 200 000 человек. Население увеличилось в 1000 раз. Мне кажется, если посмотреть срез по всему Советскому Союзу, такого роста не было нигде. 1 100 000 – это люди, которые приехали зарабатывать бабки. С такими большими зарплатами северяне были обеспеченными людьми. Деньги-то особо тратить некуда было в Советском Союзе. Недвижимость ты себе купить не можешь. Машину, в принципе, можешь, но нужно 10 лет подождать в очереди, пока она до тебя дойдет.
И поэтому люди скапливали огромное количество денег у себя на сберегательных книжках. Помню еще со школы такую присказку. Ее нам и учителя рассказывали, и родственники о том, что у северян на карточке обязательно были деньги хотя бы на одну машину. И это был настоящий социалистический рай, который удалось построить. Север рос, север развивался. И, конечно, ничто не предвещало беды. Мечты товарища Ленина не осуществились, Советский Союз рухнул, и экономический кризис больно ударил по Мурманской области. Предприятия пришли в упадок, резко понизился уровень жизни, и люди начали массово уезжать. Только за последние 30 лет население Мурманской области уменьшилось на 450 тысяч человек. Уехал каждый третий житель региона. А меня всегда удивляла картина, знаете, как из фильма ужасов. Когда приезжаешь в поселок городского типа или город, например, в Ревду или Оленегорск, и видишь там целые улицы с заброшенными домами, заколоченные окна, заросшие травой дворы. А когда-то здесь жили люди. Ощущение, как будто ты оказался в Припяти. Только это не катастрофа, и взорвался атомный реактор, а экономический кризис. Интересная разница между поколениями. Например, большинство одноклассников моей мамы, они оставались в Мурманской области, а кто-то возвращался в родное село, и, например, моя мама, она до сих пор работает здесь, в школе, которую я в свое время окончил. А уже в моем поколении большинство стремилось уехать. Вокруг нас все говорили, была настоящая пропаганда. На севере жить невозможно, ребята, здесь нету нормального образования. Если ты хочешь построить карьеру, ты должен уехать. И отчасти это отголоски 90-х годов, когда люди в буквальном смысле голодали, им не платили зарплаты. И я считаю, что 10 лет назад здесь ловить особо было нечего. В принципе, поэтому я уехал и в 2012 году поступил в Москву. Бро, я переехал жить в Москву недавно. Усёк, почти почувствовал себя коренным москвичом. Учусь в универе на улице Пика Вильгельма. Прикол, ага, прикинь, так-то нехило для провинциала севера России оказаться в самом эпицентре событий в Третьем Риме. Для меня это был удивительный мир. Вот представьте, там в одном дворе из 5 домов людей жило больше, чем во всем моем поселке. Развита инфраструктура, кинотеатры, большие торговые центры, которых тогда еще, кстати, в Мурманске не было. И чем больше я находился в Москве и окунался в столичную жизнь, тем менее мне казалась перспективной жизнь на севере. И каждый раз, когда я сюда приезжал, я общался с родственниками, с друзьями и говорил им: «Ребята, как вы здесь живете? На что вы надеетесь? Нужно ехать в Москву или в Питер? Я-то знаю, я уже там живу, там гораздо лучше». Но потом кое-что изменилось. После университета в 2016 году я занялся сетевым маркетингом. И у меня тогда была идея фикс. Необходимо найти город, в котором я буду счастлив. Москва мне уже начинала надоедать, потому что там постоянные пробки, ты тратишь огромное время на дорогу, и, по сути дела, жизнь проходит мимо тебя. Знаете, я упорно искал, успел пожить в Волгограде, в Ростове, в Донецке, в Уфе, в других городах. Путешествуя постоянно по регионам, я заметил две особенности. Первое – это то, что в любом городе есть люди, которые жалуются. Жалуются на то, как они здесь живут. Неважно, это Сочи, Новосибирск, Ярославль. Ты куда ни приедешь, кто-то обязательно говорит: здесь нету возможности, здесь ужасное образование, здесь не построить карьеру, не заработать денег. Я думаю, так, что-то мне это напоминает. И в Москве то же самое. Я помню большое количество людей, которые ныли: тут огромные цены на жилье, здесь невозможно пробиться, нужно уехать в мой родной регион. И тут до меня стало доходить, что, оказывается, дело-то не в Мурманске и не в каком другом городе, дело-то в людях. Во-вторых, чем больше я посетил городов, тем больше понимал, насколько мне нравится природа севера. Это моя субъективная оценка, но когда ты едешь по центральной России, ну, например, ты в Волгограде или южнее, или ты в Уфе, или ты в Ярославле, в Смоленске, и да, там красиво, да, там тепло, ну, не цепляет. И я понял, что я не ценил север, не ценил то, что здесь было. Вот представьте, эти горы, они видны из моего окна, но я на них никогда не смотрел, я не ходил туда в походы. Я часто вспоминал озеро, вот эти тысячи рек, которые есть на Кольском полуострове, да даже Мурманск. Этот холодный, серый город, но зимой
да и летом, он так восхитителен. Если ты сможешь разглядеть эту красоту, то она останется у тебя в сердце на всю жизнь. Затем я переехала жить в Севастополь. Это было что-то невообразимое. Помню, мне мама звонит в конце октября. Здесь сугробы, мороз минус 30. А я в Инстаграм снимаю сторис о том, как плаваю в теплом море. Любовь к Крыму, как мне кажется, связана с его схожестью с Кольским полуостровом. Да, между ними 4000 километров. Абсолютно разный климат. Но это как будто брат с сестрой, но у которых совершенно разный характер. Но они между собой родные. В Севастополе был настоящий рай. Я жил за городом, рядом большой пляж, обрывы скал. Каждый день можно купаться. Но чем больше я находился в тепле, чем больше было фруктов, чем больше было солнца, тем больше я начинал скучать по северу. В какие-то дни я просто себя ловил на мысли, что я хочу приехать сюда хотя бы на один день. И такая возможность появилась благодаря коронавирусу и режиму самоизоляции. И вот уже 2 месяца я нахожусь в родном селе Лавозере в самом центре Кольского полуострова. И сейчас я поделюсь с вами 3 главными выводами. Можно ли жить на севере? Или все-таки стоит уехать? Первое. Здесь действительно суровый климат. Если вы любите тепло, вам нужно много солнца, то жить здесь будет тяжело. Но если вы сможете разглядеть его красоту, прочувствовать север, то он уже никогда не отпустит ваше сердце. Помните, как в песне? Не беда, что холода, если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда. Есть замечательная цитата Бродского: «Красота при низких температурах – это истинная красота». Мне кажется, именно она притягивает людей и влюбляет их в себя. Не знаю, как это можно объяснить, кроме как своеобразной природной магией, когда у тебя внутри появляется магнит, который тянет тебя на протяжении всей жизни к Северному полюсу. Это похоже на Старков из Винтерфелла, помните, из «Игры престолов»? Ты же из Старков Винтерфельских, ты знаешь наш девиз. Зима близко. Второе. Экономически здесь так же, как и в других регионах России. Помните, я уже говорил, везде ноют. И в Москве, и в Питере, и в Севастополе. Это не зависит от места, где ты живешь. Если ты трудишься над собой в первую очередь, если ты становишься профессионалом в своей области, то ты везде будешь жить хорошо. И у меня большое количество знакомых и в Мурманской области, и в других регионах, которые не жалуются, они говорят, мне все по кайфу, мне нравится. Но это активные люди. Хотите, я на 30 станках буду работать? А вот эта идея, мол, я сейчас перееду в Москву и в Питер, там будет проще. Ребят, это бред. Там гораздо выше конкуренция. Я вспоминаю, как сдавал ЕГЭ по истории. Я был 7-м в Мурманской области из 700 человек. Я этим очень гордился и считал, что я великий историк. Но когда я приехал в Москву, оказалось, что таких ребят, как я, сотни и даже тысячи. А еще есть те, кто гораздо более умный. И мне нужно их догонять для того, чтобы быть с ними наравне. Поэтому, если вы сильно амбициозный человек, хотите построить большой бизнес, стать главой крупной корпорации, конечно, в Москве или в Питере больше возможностей. Если вы думаете, что там будет проще, рассчитываете на какую-то халяву, я вас разочарую, там вас, скорее всего, сожрут, и вам придется возвращаться обратно. Либо вы также там будете ныть о том, что здесь нету возможностей, на севере было лучше. Напрасно называют север крайним. По моему мнению, Мурманская область сейчас проходит важный этап своего развития. На север вновь приходят деньги. Идут дотации из бюджета, поддерживают моногорода. Понятное дело, не так, как хотелось бы нам, простым гражданам. Друзья, ну и вы поймите, как в СССР уже не будет. Не будет здесь зарплаты в 3 раза больше, чем в Москве. В современных условиях это нереально. Скажу больше, даже в селе можно жить. И я последние 2 месяца об этом думал. А смог бы я тут остаться? И понимаю, что смог бы, потому что я могу работать онлайн. И зачем цепляться за низкооплачиваемую работу, когда вы, например, можете обучиться профессии, которая сейчас востребована. У меня есть знакомые таргетологи, СММщики, которые зарабатывают по 100-150 тысяч рублей в месяц, не потому что они шибко умные, не потому что у них ученые степени, кто-то из них даже университет еще не закончил, понимаете? То есть это, ну это дети, по сути. Но они получают деньги, потому что владеют теми профессиями, которые сейчас востребованы на рынке. И здесь неважно, где вы живете, в Лавозере, в Мурманске или в Москве, все находится в ваших руках. Для меня главным открытием за последние 8 лет стала тема счастья. Ведь почему люди переезжают из города в город, меняют профессию, окружение? Да потому что мы хотим быть счастливыми. Нам кажется, что внешняя ситуация, если ее поменять, она все изменит. Вот перееду в Москву, там заживу,
Ой, в Севастополе у меня точно все сложится. Ой, я познакомлюсь с девушкой, она-то сделает меня счастливым. Но только это бред, это так не работает. Я проверял на себе это неоднократно. Оказалось, что рецепт жизни, он гораздо проще, и одновременно с этим он и сложнее. Счастье-то оно внутри тебя. Оно не зависит от внешних обстоятельств, оно не зависит от места, где ты живешь. Оно не зависит от количества денег, которое у тебя есть. И если ты научишься быть счастливым, если ты научишься получать удовольствие от каждого момента жизни просто потому, что ты здесь, просто потому, что ты есть, неважно, север это или юг, запад это или восток, то счастье у тебя невозможно будет отнять, никто не сможет его забрать. И оно всегда будет путешествовать вместе с тобой, где бы ты ни оказался, в Севастополе или в Мурманской области. А на севере жить можно. Только посмотрите, какая красота. Через пару недель высохнут эти болота, и можно будет пойти вон туда, в горы, пешком. Офигеть! Ну, если я, конечно, к этому времени не уеду.